идешь. Иду, светишь куличики. Куличики-калачики? Да. Пошли. Все, пойдем. Давай, Карасик, я помогу. Нет, нам, чтобы не побило ничего. Давай. Мама, а красивая чуть взяли? Конечно. Хорошо, и пасочку твою взяли? Куличик. Куличик? Пасочка – это то, что делается из творога. Ага. Такая, как пирамидка. Куличик взяли твой? Да. Какие там конфеты? Что ты там говорила? Ну, конфеты. Это такое разъедят денежки. Не Нет, это настоящие денежки. Это настоящие денежки, это не конфеты. А потом уже соберут деньги на конфеты. На конфеты? Да. Не может такого быть. Чтобы купить много конфет. Давай. Где это? Держи. Идем? А мне, мама. А тебе вот корзинка. А мне корзинка, я ее дарю. Папа, тебе. А мне зачем? Ну, пап, ну дай по тебе. Мальчики ж не носят платочки. Зачем? Дай. Дай корзинку. Маме корзинку. Давай мне корзинку. Давай ручку. Пойдем. Ой, какая красивая. Что? Красиво, говорю. На денежку. Вон, иди, тетя, бросай. Пойдем, пойдем, зайка. Покреститься надо. Нет, стой. Вот эта ручка, крестим. Еще. Еще. Это мы отдадим. Один сок отдадим. Что, мое отдадим? Нет, твое вон там держит. Вот он. Ангелочек нужен вам? Нет. Нет? Мне он нужен. Историка. Допустим, мы тебе сейчас свистерку. Да? Когда я рекупим свистерку. Ну, я посмотрю, есть вот такие. Я думаю, что есть. А есть вот такие. А я хочу такую. Вот такую? Да. Она работает. Работает она. Ну, вон, большая буква. Свистит? Ага. Все, хорошо. Пойдемте. Хорошие, конечно. Другой рукой. Еще раз. Молодец. Пойдем. Давай, ангелочка. Еще можно. Нет, сама? Я его в корзину положу, ты свистульку свою возьмешь. Давай. Нет, еще можно. Разобьется. Давай. Довольная.
Зато у нас теперь есть свистулька. Да. Ты довольна? Свистулька, конечно. Безумно, да? Очень довольна свистулькой. А дома можно свистеть? Нет. Нет? Только на улице. Почему? Да? Потому что мама приглашает. Приглашаю вас к Божьему благословению на ярмарку варенья. Вашего внимания представлено алтайское домашнее варенье из клубники, брусники, земляники, облепихи, клубники, хорошие садись. Приходите к нам, дегустация бесплатная. Папа. Чего? Мороженое хочешь? Да. Какое? На палочке. Вкусное? Да. Пойдем покупать? Да. Пошли. Пошли. А есть будешь дома? Ну, я хочу тут есть. Прямо на улице? Да. Так же нельзя, холодно. Мы будем идти домой и есть мороженое. Да. Давай? Давай. Да. Пойдем покупать его. Еще одеться под одеялом, да? Да. Было. Хорошо было, удобно? Да. Ну вот. Твое дело удобное. А мороженое? А мороженое вкуснятина. Да? Да. Класс. Пойдем? Да. А потом будем идти обратно домой. Да. Будем мороженое взять. Хорошо, пойдем. Ты бы спела папе песню, папа, да еще песню твою не снимал. А ну, песню. Лиси на заборы, колышутся ветром, колышутся ветром. Бумажный листок, пропал собака, по кличке дружок. Щенок белоснежный, рыжие пятна, и кисточкой хвост. Он очень занятный, совсем же глупый, доверчивый пес. А дождь бияка, листочек закапал, и буквы строчки заплакали вдруг. Найдите собаку, весь поскорее, мой маленький друг. Все. Скирановая. Купила мороженое? Да. Класс? Да. Довольная? Да. А палочку ему мы приделаем, да? Ну не надо. А что? Палочку. Ой, прямо не вафлю оставим. Да. Маленькую ложечку, да?